В Твери в парке Дворца творчества детей и молодежи открылась новая спортивная площадка. Это один из объектов, которые устанавливают в городе при региональной поддержке. Подробности праздника вы узнаете из следующего материала нашей съемочной группы. Каждый день после школы Аня и Вероника гуляют в парке Дворца творчества детей и молодежи. Теперь к прогулкам добавились и занятия спортом на свежем воздухе на новой площадке. Спорт нужен, чтобы быть сильным, здоровым и красивым. Эта площадка хороша тем, что тут теперь можно заниматься, тут много разных новых тренажеров. Если заниматься тут каждый день, человек будет здоровым, красивым и сильным. Тверь стала первым городом региона, где была установлена именно такая спортивная площадка. От муниципалитета требовалось подготовить основания, установить систему видеонаблюдения и освещения. В принципе, это такой первый шажок по развитию парка, прилегающего к дворцу детского творчества и молодежи. Надо приводить порядок, но вот сейчас у нас предприниматели уже начали выпиливать, выкашивать. Поставили первый спортивный объект. Безусловно, нуждаются в реновации другие спортивные объекты. Вот футбольное поле, там закрытое поле баскетбольное. Мы будем постепенно двигаться, развивать и устанавливать спортивные объекты на территории парка ДДМ и вообще центрального района. На празднике, посвященном открытию площадки, воспитанники спортивных секций города провели показательные выступления. А затем все желающие смогли позаниматься на новых тренажерах.